Добрый день, с вами компания Progress Auto, и сегодня мы рассмотрим такую замечательную модель японского мини-трактора, как Kubota GT5. Данная модель, она оснащена 1,5-литровым дизельным 4-цилиндровым двигателем с водяным охлаждением. Как видим, сечь накала на каждый цилиндр, что облегчает запуск в холодное время года. Данная модель у нас, данный двигатель точнее, работает в паре с гидростатической, точнее говоря, коробкой передач, которая выдает у нас 6 скоростей вперед и 5 назад. В паре с трехдиапазонной раздаткой получается 18 скоростей вперед, 15 назад. Данная модель у нас выдает порядка 23 лошадиных сил. Трактор полноприводный с возможностью отключения переднего привода, с гидроусилителем руля. Состояние колес, как мы видим, довольно-таки хорошее. Правая сторона. Блокировка заднего дифференциала. Трехскоростной вал отбора мощности с возможностью его полного реверса. И, собственно, отключение переднего привода. Трактор также оснащен системой быстрый разворот, что заметно упрощает маневрирование. Также компьютерное управление фрезой, горизонт, заглубление, все присутствует. Так, сейчас капот закроем. Фреза в комплекте с данной моделью идет 140-я, то есть 140 сантиметров рабочая ширина. Состояние ножей, как видим, новое, даже краска не обтерлась. Тип крепления навесного трехточечное, фреза в комплекте с быстросъемом. Дуга безопасности, все как всегда. Сейчас внешний вид, вот сейчас покажу. Все в родном окрасе. Сейчас запустим его и посмотрим, как же он себя ведет. Единственное, только вот стекло потресканное, ну, видимо, от жары. Сечь накала. Прогрели. Так, работает мягко. 4 цилиндра, есть 4 цилиндра. Если вас заинтересовала данная модель, приезжайте в Московскую область, городской округ Мытищи, деревня Рюмина 5А.